Що тим часом відбувається на Донбасі? От, зокрема, повідомляють про Торець у 32-й бригаді, про бої у міській забудові та прориви ДРГ, і говорять, що ситуація на підступах до Торецька важка. Крім того, вороже Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що вони захопили Лисичі Донецької області, а також встановили контроль над міськими кварталами Красногорівки. З вашої точки зору, все це тактично, скажімо так, успіхи росіян? Чи тут можна говорити про щось більше? Ми ж бачимо по карті, так, якщо порівняти, зокрема, карту Діпстейту ще тиждень тому і наразі, то ми бачимо, що ми потроху, але відступаємо, на жаль. Ні, ну там однозначно ми здаємо Донбас. Тут треба вже реальні речі говорити. Одне діло, ми зараз беремо під контроль там частину Курської області, давно це треба було зробити, створювати фортифікацію там. А другой вопрос, по югу мы конкретно сдаем Донбасс. Причем сдаем его быстрее, чем захватываем Курскую область. И скорость довольно-таки серьезная у россиян. Почему они и не снимают, допустим, основную часть резервов с Восточного фронта. У них по плану, допустим, ну, стратегическое направление в сторону Покровска, в сторону Доброполя, то есть выход на границе области Донецкой, это как минимум. У них там есть так называемое оперативно-тактическое преимущество, то есть они, когда захватили вот Очеретина, выдавили нас с основной отпускающей высоты. Авдеевка была чуть ниже Очеретина, реально это был, конечно, Очеретинский гарнизон. После того, как там были своеобразные наши танцы, непонятные, с бубном, когда одна бригада другую заменить толком не смогла. Они нас сбросили с этой высоты, и дальше у них вот это есть так называемый оперативный прорыв, я бы так сказал его. Еще не линии фронта, но, по крайней мере, оперативно-тактические успехи на этом направлении есть, а на других направлениях только тактические. Красногоровка, там, Георгиевка, это южнее Черетина, то есть юго-западнее Донецка. Даже Торецкие, вот эти их топтание в районе Торецка, это тоже пока тактические преимущества, но они тем не менее есть. Севернее, северо-восточнее Часовьяра, они также сейчас переходят уже водовод Северский Донец, Донбасс. То есть мы на данный момент за победными реляциями наступления на Курчину, мы теряем Донбасс. Причем потеря Донбасса, например, такая же, как в свое время было потеря Донбасса, когда мы их выпустили с северного направления. Ну, то есть, когда они вышли с северной части Украины и рванули все на Донбасс, мы их туда практически пригласили. И они там нас смяли. Тогда просто слишком много людей наших погибло, мы потеряли серьезные рубежи именно из-за этого. А сейчас, так этого нельзя было делать. Почему? Надо было растянуть фронт, надо было удержать россиян в районе Киева, в районе Сум, в районе Чернигова, удержать, не дать их, не пустить их оттуда. Для растяжки фронта. Вот то, что мы сейчас делаем по Курску, так это мы сейчас возвращаемся на 2 года назад и восстанавливаем те неправильные, преступные решения наших политических властей, которые были тогда приняты политиками для того, чтобы дать возможность россиянам именно захватить большую часть Донбасса. Сейчас это продолжается. На данный момент вот то бездействие, по крайней мере, пока нашего военно-политического руководства по Востоку дает возможность россиянам выходить на границу Донбасса. То есть мы практически им его отдаем. Сколько это еще будет продолжаться? Ну, посмотрим. Я перепрошую, що я вас перебуваю, тому що от ви коли, зокрема, говорите про те, що ми здаємо Донбас. От, ну, зокрема, військові, які дивляться от наші ефіри, вони скажуть, а як так? Тобто, що ви маєте на увазі під цим поняттям? Ну, тому що хлопці там наші воюють, так, військові. А, ну, здаємо Донбас, це значить що? Ну, тобто, ми навмисно відходимо, але ж хлопці воюють, тобто, ви можете роз'яснити цей момент? Если выводится подразделение на выполнение боевой задачи, и оно не обеспечено силами и средствами, и сопроводительным определенным механизмом, то оно это не удержит, эту позицию. Он просто не удержит. Вот пока на данный момент мы сдаем Донбасс в смысле того, что мы теряем территорию. Причины этого, то есть причины, здесь могут сказать свое веское слово только военные прокуроры, которые будут разбираться во всей этой ситуации вообще за последние 11 лет, а может быть чуть больше. Посмотрим, когда она закончится. Потому что в
все действия военно-политического руководства, по крайней мере, если посмотреть сбоку, сверху сбоку, по крайней мере, такие, когда принимались такие глобальные решения, типа там Минск-1, Минск-2, Стамбул-1 и так далее и тому подобное, не приводили потом к ухудшению ситуации. И вот решения, которые были приняты, привели к ухудшению ситуации. Сейчас можно констатировать, мы теряем Донецкую территорию, значит, это мы сдаем, я имею в виду, мы сдаем территории, сдаем свои позиции. Ясно, что ребята наши бьются, но только как, чем недостаточное количество сил, средств на восточном направлении, недостаточная не постановка в строй силовиков, о которых мы сколько уже второй год как минимум говорим, для того, чтобы усилить это направление. Непонятные некоторые моменты, связанные с тактическими действиями, они реально непонятны. Но это, здесь разбираться, опять же, должны специалисты. Но если еще раз сверху сбоку смотреть, то есть просто смотреть на карту. Мы теряем Донецкую территорию, значит, мы его сдаем. Правильно получается? Сдаем из-за чего? Не из-за того, что у нас ребята там не воюют. Воюют еще как? И третий год воюют, а некоторые 11-й год воюют. Донецкие 11-й год воюют. Поверьте, тяжело. Потому недостаточное усиление этого направления говорит о том, что идет какой-то непонятный процесс. Вопрос причины этого процесса здесь уже другие. Они секретные, то есть до них не докопаешься на данный момент. Потом будут разбираться следователи, военные прокуроры. Почему? Потому что мы потеряли десятки тысяч жизней иногда из-за неправильных, безграмотных решений нашего политического руководства. Мы же это уже сколько раз разбирали. Сдачу наших територій 27 марта. Президент Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами зі Сполучених Штатів Америки, зокрема з Лінсі Гремом, який сказав, що таку фразу. Казали, що Київ впаде за 2-3 дні, а вийшло так, що через 2,5 роки ви заходите у Росію, ми пишаємо вашим урядом, і це сміливо. Також висловив сподівання, що з новим президентом США Україна матиме більше військової допомоги від Конгресу. Відомо про те, що наразі українське керівництво веде перемовини із Держдепартаментом Сполучених Штатів Америки щодо використання касетних атакамсів та більшої дальності по території Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, знову ми піднімаємо це питання, чи можемо ми тут розраховувати більше? Видання The Telegraph пише про те, що Велика Британія не дає нам дозволу на використання Storm Shadow по Курській області, як ви вважаєте, знову ж таки, в чому тут причина, і літаки F-16. Чи можемо ми сподіватися на те, що тут ми теж можемо переламати хід подій, і тут теж отримаємо потрібні дозволи, і це також нам допоможе у розвитку подій на території Курської області. Если даже 10 раз в день говорить, что наше политическое руководство ведет переговоры с американским Белым домом, от этого разрешения на работу атакамсами на 300 километров не получится. Можно 100 раз в сутки говорить, или там на всех плакатах это расписывать, но действий как таковых нет. Значит, не дорабатывают. Не дорабатывают по разным причинам. Эти причины, опять же, закрытые, может быть, закрытый режим, потом когда-то мы о них узнаем. Но реально нет действий. Мы не можем работать до сих пор, нам разрешение Белый дом, а Белый дом это Байден. Байден, Бёрнс, Салливан, вот эта Святая Троица, так называем. Не дали разрешение на работу 300-километровыми атакамсами, а потому и британцы не дали нам разрешение на работу Storm Shadow и Scalp.